по болотам, по засыпанной снегом земле. Там казак украинский голота, словно ветер гулял на коне. Ой, голота, ты зря не гуляйка, разорвут Украину полы. И скорее коня подымай-ка на защиту родной стороны. Не скосить над саблей острой, вражьей пули не убить. Мы врага встречаем просто, били бьем и будем бить. И поднялся на лобра могучий, крепко сжал он железный кулак. И на ворога грозная туча полетел украинский казак. Подожди, мои польские пары, дай заманки рассеялся кровь. А на ворога растет великаном, за веселую песню поет. Ольховские же. А вы какие? Мы городские. Ай-яй-яй. Да не волнуйтесь, деду. А вы не знаете, деду, жива еще бабка Ануфриха, Лирникова дочка? Как тебе раз. Вот я же сам Лирник. Нет, вы, наверное, давно померли. А вот же и не помер. А вот и живу. А тебе на что бабка Ануфриха? Внук я есть. Мать у меня умерла. Представила, значит. Ага, от тифу представилась. Да, мрет народ. Все молодой и молодой. А нас вот Бог не берет. Ну и молодец, что не берет. Пускай вы еще немножко на лире поиграете. Нет, вот пускай возьмет. Я ему тоже сыграю. Я ему такую песню сыграю про нашу землю. Да не сунется черт на улицу, когда стреляют. Не лезь под пули. Слушай, когда тебе говорят. Все-таки охота узнать, красные там или какие. Ну что тебе с того, что синие, красные, зеленые? Сами знаете, что. Может, батька приедет. Может, батька приедет. Мама, уедем в Киев, к батьке. Уедем. Проедешь теперь. Пропуски разные нужны. Сам видишь, он что делает. Сам видишь, что делается. Оттуда. А ты что ж меня ударил? А из тебя-то? Ты в отпуск приехал? В отпуск. Надолго? Надолго. Надолго с войны не отпускают. Дезертир, наверное.
Ленко! Скажи, какие все лошади? Красные? И, батька, народ собирай. А я с этим парнем разговор поимею. Не-не, Левчик, это мой разговор. Я этого разговора 2 года ждал. Прошу, панове, прошу до хати. Сідай. Можеш мій, можеш мій. Чого тут доки не було? Коні мої, коні. Їх 16 добрих коней. Де вони? Де земля? Де скот? Де хата? Ти взяв? Люди взяли. Ой, отдадут. Ой, не отдадут. Того не будет, що было. Будет. У меня к вам какой разговор, уважаемый? У меня к вам, уважаемый, разговор ласковый. Атаман Козолуп объявляет, чтоб зараз ему было доставлено сало для людей, сено для коней и хаты для ночлега. Ой, там гулял бідний козак Волода. Він не боїться ні вогня, ні меча, ні третього болота. А на тому козакові вуса шовкові, шапка пирка, зверху дірка, травою шита, соломою крита, вітром підбита. Ой, він гуляє, та погуляє, та панів пльоткою вигоняє. А тим часом силою не укрити, на селі залишилися діди та діти. А тоді із лісу та й з гаю слищить воронів викликає. Ей, злітайтеся, ворони і сови, панувати будемо знову. Козак Волота, налітай на панське болото, на добрим коні своїм підіймися,
на наше горе тяжкое подивися. Казак голода на коня сідає, на коня сідає, до нас вилітає. Розлітайтесь, гайдамаки, він вас порубає. Молодец, дед. Спасибо за песню. Что ж тебе за твою песню подарить? А ну держите! Я понимаю, дед, глупость твою и темноту твою. И я не стану тебя убивать, хотя смерть об тебя уж лет 20 скучает. А за твою песню подарю я тебе... Что тебе, дед, дали? Коммунисты и большевики? И что тебе дал атаман Козолуб? Атаман Козолуб тебе хату дал. Бери, дед, властное управление и владей, пока наша власть держится. Пожалуйста. Спасибо тебе, атаман. Спасибо тебе за доброту твою и ласку. Ты мне хату? Ну, я тебе тоже что-нибудь на память. Возьми, атаман, Киевскую лавру. Или Санкт-Петербург. Пожалуйста. Ты кто такой? А ты кто? Драться хочешь? Могу. Ого! Очень просто. Что? Очень просто. Ой, это ты как же? А это не я, это ведьма. Какая ведьма? Обыкновенная. Я ведьма, живу в животе 16 лет и выхода не имею на свет. Вот здорово! Конечно, здорово. А ты чей? А я сам по себе. А где живешь? А я по станциям эшелоном песни пою. Я много песен знаю. Алёша Шар знаю, под частым разрывом знаю, белая каса знаю, яблочко знаю. Сколько хочешь песен знаю. А ты кто будешь? А я буду. А у меня отец главный пулеметчик в Красной армии. Врёшь! А он тебе из пулемета давал стрелять? Из пулемета? А у меня штык какой австрийский есть, и каска немецкая настоящая. Хочешь, покажу? Бежи! Бежи. Что? Здравствуй, хватит. Могу! Ну я туда потом, я завтра. Дозвольте, пане атаманы, слово сказать. Тут нема двух атаманов. Тут один атаман. Говори. Я был мобилизованный красными. Меня аж под Жмеринку с Ольховки загнали. Но я за Голоту воевать не дурак. У меня по хозяйству дело ухватит. А говорил, что в отпуск приехал. Креста на тебе нет! А на тебе крест есть? А на твоих щенках крест есть? Хоть она сестра моей Жинки, царство ей небесное. Хоть она жрет мой хлеб со своими щенятами. А спросите, пан Добродий, кто ее муж? А ну, баба, скажи народу, кто твой муж? Не пускай щенка! А
ты будешь? Не трогать! Кто это здесь командует? Это кто мне приказывать здесь может? Тут нема двух атаманов. Тут я атаман! Мамка! Не сметь! Пожалеешь. Ой, плакать будешь. Ну ладно, ладно, не гавкай. Ну, я понимаю. Стратегия. Во-во, она самая. Враги наступают. Хотят землю отобрать. Хотят кровью и слезами залить Украину. Слышите? Нас Ленин послал панов выгнать. Ленин послал. Езжайте здорово. В другой раз увидимся. Ну, а если сам не приеду, другого пришлют. Куда еще? А на маму, то и як воно. На похороны! Никуда не пойдешь. Насмотришься на покойников, а потом всю ночь кричать будешь. Потом всю ночь кричать будешь. Все в тебе бегать, все пшататься. А мне ребенка не на кого оставить. Иди в хате. Медленно растешь. И каждый год все маленький, да маленький, маленький, да маленький. Нянчайся тут с тобой, суслик.
Ну скажи мне, заради Бога, что я с тобой делать буду? Во что я с тобой играть могу? Что хочешь, можешь. Похорон можешь. Похорон. 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 А как? А как? Ну как? Ну так. Ну как так? Ну так-то. Ну как, как? Очень просто. Я буду поп. Ой, ну какой ты поп, ты суслик. Сашко, скорей, что на кладбище делается? А ну марш отсюда! Живо! Ой, Ксенька, выгони на мороз! За щенят! Так-так, Головень. Хорошо. Людей постреляли. Навоз кинули. А теперь и похоронить не дают. Хорошо. Слушай, дед! Ты тут не кричи! Тут тихое место. Вот тут лежит Степан Головин. Лежит Микола Омельченко и внук мой, Гриша. Что они видели? Внук мой, Гриша, 20 лет у Козалупа работал, хаты своей не имел. Ось его хата. Так ты что ж хочешь? Его с этой, с бледней? Выгнать, а? Ой, не видал ты, дед, как хаты у людей горят. Видал я, Головень, как хаты у людей горят. Вон у Козалупа хату жгли, большой в огонь был. Ну, от твоей хаты большого огня не будет. Зато от твоей хаты в огонь само небо пойдет. Ой, дед! Да не пугай ты меня, я старик. Я смерти не боюсь. Вот. Ну и уходи отсюда. Здесь тихое место. Дай женщинам выплакаться. Вы смотрите, дети, что это делается. Что это на нашей земле делает? Граждане, будьте добры,
Это детский труд. Вот здорово! Конечно, здорово. Только хлеба надо захватить. Непременно. Еще хорошо бы котелок и крупы. Есть котелок у головы за печкой. Бежим. Зеленые пересвистываются. Ну и пусть их. Иди себе в хату, а я зараз приду с хлопцами. Дело есть. Куда же мне уйти? Попался птичка. Тихо, да вроде, все в порядке. У вас в пятницу была стычка с красными? Была. Вас побили? Побили. Дурак. Не побили. Нет, вас побили, Парлевка! Вы ни на что не годитесь. Вы не отстоите тех патронов, которые мы даем. Зачем вы с паном Козоупым разругались? Где ваши люди? Где ваши подвиги? Где ваши слова? Мальчишки балуются. Высшее командование вам больше не верит, пани Левка. Но мы даем вам последнее задание. Через вашу местность будет проезжать тот высокий в кожаном костюме, который вас бил. Да не бил. Бил. Так я лучше знаю, кто не бил, кто не бил. Это крупный начальник, пани Левка. Он не должен доехать до места назначения. Вы будете его ждать на двух дорогах. Он будет проезжать через Павловку. Дьякон ударит в колокола. Вы поняли, пан Левка? Очень понял. Айда. Никого. А! Жиган, Жиган, а что я в печке слыхал? Что? Никому не скажешь. Кому? Перекрестись. Святая икона, усохни язык. Хотел перенять. Не вернется, Сашко. Вернется. Не вернется.
знаю, к батьке бежала. Время теперь такое. То я как молодой был, так на 31-м году жизни меня батька в город взяли. А теперь чуть подрос, и сразу фур, да и сразу фур, и полетели в разные стороны. Ты в разные земли. Кушать хочу! А я не хочу. Очень хочешь! Серединка на половинку! Так себе! Ничего себе! Ничего не слыхать. Как ничего не слыхать? Мне сюда наверх и то слышно, как урчит. Ага, ага. Ух, и здорово. Кушать оно хочет. А бабка Ануфриха, небось, хлеб печет. Еще, может, и не печет. А вчерашний? А позавчерашний? А позавчерашний? Ты бы не ел? Я б теперь какой хош хлеб ел. Ты, Сашко, останься здесь. В случае чего и к той, и к другой дороге добежать успеешь. А я тем временем... Вася, а Вася, как эта песня, что ты тогда в поле пел? Пироги степям по болотам, по засыпанной снегом земле, там казак Украины... Здесь эта личность бросила бомбу, так. А ну, пози. А здесь был убит Степка Будяк. Так, значит... Сиди! Отдохнем, а завтра чуть свет к батьке твоему и расскажем ему, как было дело. А он сюда придет с пулеметчиками. Да как начнет, да как начнет? Всех бандитов из пулемета. Ну, ага, а ты плачешь. Пиши им.
Ануша, а ну узнать меня, чья это хата и какая в ней христианская душа проживает. Живо! Кто это? Крысу чует. Шмелик, что ты, Шмелик? Крысу чует. Домой идти надо. Видишь, спать хочу. Положим здесь хлеб у входа. А завтра чуть свет и спрячем получше. Крысу чует. Ну да, крысу, а то кого же? Ну а если крысу, так чего же мы боимся? Идем. Вот. Но если не исполнишь мое приказание, имеешь от меня смерть без предупреждения. Понял? Да понял, генерал. Значит, как он ко мне в хату придет, я зараз на коня, шпоры в боки и к тебе. Вот это самое я и надо. Да пожалуйста. А где Шмелька? Да ладно, побежит. Да, побежит, а если она его задушит? Кто оно? А то самое, что стонало. Кто то? Эй! Да кто то? Я деду этому и на копейку не верю. Он сам, семья его, и вся эта голота. Установить за его хатой наблюдение. А? Понятно? Мне-то понятно. Да некому там стана. Отстанали. Ходили, кричали, песни пели. А теперь молчат и до конца света и слова не имеют. Ой, да нет же, деду, мы оба слышали. Она там... А Шмелька... Вот я и богу не вру. Усохни ноги, если я еще в те сараи пойду. Вот и хорошо, и не ходи. И не думай про те сараи. Сейчас и день, а я в те сараи все равно не пойду. Вот. И я не пойду. Я заклялся. Заклялся. А хлеб? А стонет. А патроны? А если ноги усохнут? А у меня не усохнут. Я не клялся. Ты думаешь, я боюсь за продуктом сходить? Не боюсь. Сашко! Я вам кричал. А ты думаешь, что я боюсь? Дяденька. Красный. Далеко? Далеко. И не слыхать вовсе. А в городе? Не знаю. Без власти, кажись. Хлопчики, а ревком у вас в селе есть? Нет. Их казалов всех пострелял. Вы же помните? Да, да, помню. В селе у вас... Бандиты. Дяденька, вам, наверное, больно, да? Нет. Холодно только немножко. Ребята, вы не сердитесь, что я ваш хлеб съел? Что вы? На здоровье вам! Может, нам еще чего-нибудь нужно? Ничего не надо. Вот если бы Йоду... Йоду, если бы... Сейчас! А? Сейчас!
Вася, я посторонний. Вот молодец, хорошо голос подделывает. Да ты что? Ну, рассказывай, что в сарае делали. А мы деду, той. Ну? Як мно, в ванну играли. Ох, интересно! Да там же что? Что вы, деду? Некому там встанать. Ходили песни пели, а теперь до конца света и слова не выговорят. Это, конечно, правильно. Только холодно в сарае. Вот котелок углей взял, чтобы в случае чего руки погреть. Кому погреть? Да себе же погреть. Себе. Кто ж там кроме вас есть? Я и богу никого. Так вот я же говорю. Возьми углей, хлеба, сало, кусок отрежь. Ну, играйте себе войну эту самую, хай бы она сказать. А вы нам дадите? Конечно, дам. Ты чего пристал? Ты чего пристал? Ах ты! Ну, так вот пристанешь. Вот ты, Люба моя дорогая, ты мама моя, Люба моя. Да что ты все прыгаешь? Покоя тебе не даешь. Ты прелесть моя дорогая. Ну на тебе, родная ты моя, золото ты моя дорогая. Ой, ты не. Что тебе? Чего тебе надо? Зачем пришел, а? Чего-то мне надо. Здравствуйте, матушка. А зачем тебе йод, а? Не мне, матери. Мама дрова кололи и себе по ноге топором раз. А. Баночку прислала маленькую. А чего ты там руки держишь? А ну покажи. А ну что тебе там? Покажи. Покажи. Ну сало тут кусок. Мама прислали, говорит, если нальет, то отдай и спасибо скажи. Если нальет. Нет того, чтоб так прислать. Если нальет. Вот люди, давай. Ой, сало, боже ж мой, старая. Вот старое сало, тонкое. Да на что меня такое сало, я тебе спрашиваю? На что оно мне надо, а? Где баночка? Вот это вот. Да ты бы еще четверть целую принес. Да разве ж мысли мы на царапину столько йоду выливали? Не дам, столько не дам, не дам, иди. Хай мать придет, я ее сама помажу. Иди, говорю, ну. Куда? Куда мне в помещение грязными ногами? Заразу меня занесешь. Ну, нету йоду, нету сала. Так мама говорила. Говорила. Давай сало сюда. Я тебе дам. Иди. Ну, иди в кухню подожди. Вот мне несчастье. Ну, мне куря не несутся. Слухай, хлопец, у вас кури несутся, чи не несутся, а? Вы наливайте, матушка, там видно будет. Наливайте. Ох, разговариваешь много, терпеть этого не могу. Наливайте. Ой, перелила. Хватит. Только от доброты своей душевной даю. У вас кури несутся, чи не несутся, я в тебя спрашиваю, ну? Доброты на самое донышко капнули. Я у тебя спрашиваю, у вас кури несутся, чи не несут? У нас кур нет, у нас петухи только. Подожди, я тебе ноги и руки переломаю, подожди. Ой, дети мои дорогие, я же вам водички сейчас дам, попейте. Ой, вы мои люди родные. Родные золотые мои, попейте. Ой, ты прелесть. Сейчас еще один котелок принесу, чтобы на всю ночь хватило, и готово. Вы только смотрите осторожно, чтоб сено не подпалить, а то еще сами сгорите. Ты будь осторожен. Как бы кто не заметил. Ну вот еще! Да здравствует наша! Ну, хватит. Спасибо тебе, хлопец. Ничего не хватит. Еще лучше надо. А то, небось, холодно ночью. Вот подожди. Придут красные. Я тебе и пропуск, и литер.
До самого Киева. До самого Киева. Дядя, а вы кто? Вы, наверное, пулеметный начальник. Мой отец тоже пулеметный начальник. Ну ладно, спать пора, начальник. Сон я вчера видел. Интересный. Может, сегодня досмотрю. Ну, как вам так? Хорошо. А у меня дома плохо. В голове и злой, дерется. Дядя, может, убить ее к черту и конец? Спать иди, Зюзя. Ну, пойду. Взаимно вам спокойной ночи. Тише ты, это нужно. Это для воробушков. Ты любишь, чтобы воробушков? Чирик, чирик. Воробушки сало не кушать. Они только хлеб. Клюк, клюк. А я тебя свистеть учил? Учил. А ну свистни. А ну еще раз я послушаю. Ну вот, теперь никому не скажешь. Нет, только свистеть буду. Ну и молодец. И ты молодец. Убью твоего дьяволенка. Пускай лучше не возвращается домой. Ногой мне в рот стукнуть, чертенёнок. Так когда же он успел? Когда? Сейчас. Он спит давно. Обогнал? Каблуком меня в грудь не спать, да? Какими каблуками? Вот же ж. У него кроме валенок рваных никакой обувки нет. Ошибка вышла. Кто ж его скрывает? Ну, добрый вечер, добрый день. Вы ко мне, матушка? Не-не-не. Я до Ксенич. А то это... Да-да. Знаешь, Ксаночка, очень старое сало. Тебе, голубочка, еще десяток яичек у придачу за лекарство дала. А за какое лекарство? А за йод. Это, мам, я для собачки, для шмелика. Для собаки. Медикаменты, драгоценность, а? От сволочь. Бить его! Только бей поясом или веревкой, а то рукой печенку отбить можно. У меня уже был такой случай, ей-богу. Помнишь Манечку покойную? Куда это он, а? Так значит, голубочка, я на десяточек располагаю, да? Сам же его сапогом двинул.
и нога у него задняя вон расцарапана. Так значит, я на десяточек, голубочка, располагаю. Сын растет, об собаке плачет, а? Так, значит, голубочка, я на десяточек располагаю. Своих щенят. А еда на мороз. Живо! Сашко, кто там? Домовой? Да нет, Русик. Это ветер. Это холодный ветер. Из-за тебя все. И Шмельку убил, и полное село бандитов наведет. Так я, Сашко, разве не знал? Разве ж я знал? О, Вася, ты что это в снегу сидишь? Жарко, да? Жарко мне, деду. Очень жарко. Вот уже я вижу, что у тебя нос синий. Да ну! Вася, иди сюда. Да ты иди сюда, я тебе что-то по секрету скажу. Бабка Муфриха с города приехала, с базара. Говорит, что войско там понаехало. 1500. Ну, не меньше. Дяденька, а вы когда не раненый, ух и сильный-пресильный. Почему ты так думаешь? Большой вы очень. Большой. Большой я вот сижу в этой клетке. Ну и что? Как что? Все-таки не хочется так нелепо пропадать. А если лепо? Нет такого слова. Лепо. Есть слово не за даром, а не за даром можно. Ага, и даже песня такая есть. Главарь в лес далекий, в лес поехал, а я в город. Бабка Нуслиха с города приехала. Сказала, вышку туда понаехала. 1500 и 3 брешешь. Не меньше. Самый главный большевистский начальник в плен бандитами введен. Говорит, народ весь уезд обшаривать будет. Дяденька, я вас прошу, пустите меня в город. Я пойду и скажу им, может, они и вас заодно вызвали. Возьми жиган. Видишь, алюр, два креста. С этим значком любой красноармеец сразу же отдаст начальнику. Лучше я, а тут опять как вчера вечером. Вечером, вечером! И что ты мне все тычешь в глаза тем вечером? Пусти! Вы еще увидите, какой человек есть, Васька! Не сладит нам атаман с дедом. За него вся деревня поднимется. Бабу ухвату возьму. Одной семьи у него, что у нас свойств. Да все такие бандиты. Как я сказал? Я говорю, народ такой. А-а-а. Вот если бы с Козолобом не поссорил. А что тебе Козолоб, Козолоб, Козолоб?
О, как вы думаете, чьи наскочить Левка, чьи не наскочить? А черт его маму знает. Дяденька, подвезите, я вам песню спою. О! Как вы думаете, чьи проедем мы, чьи не проедем? А черт его маму знает. А я сколько песен знаю. Лёх! Не проехал им. Что за разговор, уважаемый? Козалупы продукты везут. Козалупы? Да. Продукты? Ну да. Очень приятно. Это, брат, продукт! Ша! Отставить. В чем дело? И пускай на твой атаман козалуп кушает, а? И подарите ему от меня подарки. Подсвечники штуку сукна, что мы вчера в местечке отобрали. И пускай меня принимает обратно начальником штаба. И пускай знает, что ему Левка друг. И происшествие окончено. И поехали, орлы. А? Да. Ну! Немало баба хлопоту. Купила фруся. А? Что ты сказал? Да, мальчишка опять же пропал. Да не. Не пропал. Тож я его послал. Куди? Та туда же, в тот, а як його, та в село. Село. Зачем? Попу. Попу. Та туда ж, попу, от пристала. Діла у мене з попами водються. А ну, хлопчик, іди сюди. А ну, іди сюди. Стой! Стой! А ну догнать! Стой! 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 Конец света! Вот такая вот воша, а убегает! Конец света! Поймали, Марьку! Вот его, моя, поймали! Пусти, чего? Да тебе черт несет. Почему удираешь? Утро я. Корова у меня черная такая. Рог у нее на бок сбили. Убежала. Врешь. Вот и хутора никакого нет. О, а я разве говорю, что тут? То там, а не тут. Как стрелять начали, я из Булгаки убежал. А, слышали? Ага. Я же говорил, что где-то стреляете. Ну да, стреляли. На Никольской дороге. Ну? Ну? Ну, на Никольской дороге. Мужики везли козалопу. Провиант, а Левкина войско и напало. Как напало? Как они смели напасть? А я знаю, как смели напасть. Напали да напали, чтоб, говорят, сдохнуть козалупу. Ну? Да это за ней говорят. И так говорят, обжирается старый черт. Да это они говорят, а я виноват. Ну вот, ей-богу. Где они? Ну, в Вольховку поехали. Погоним. Это куда? Взять с собой. Почему ты не живешь в новой хате, которую я тебе подарил? И почему ты забываешь про те условия насчет комиссара, который есть из города еврей, и который пьет твою христианскую кровь? Все толчи! Я тебе друг, и я тебе кто?
мой Зовка. Атаман дорогой, ну на что мне твоя хата? И ты на что? Эту хату я своими руками построю. Она мне на всю жизнь хватит. Комиссаров у меня не имеется. А чтоб были, то не отдал бы. Самому нужны. О! Как твоя политика обвернулась, вредный дед. А что это я тебе на площади хотел подарить? Ну, что хочешь, атаман? А у меня с тобой интересного разговора нет. Нету. Я не поп, чтобы с упокойником разговаривать. Ночью в поле делаешь. Здравствуй, ты вам! Черт вами стою! Дабы красные не пришли, отдашь им эту записку, они тебе с мамкой и топом в Киев отправят. Ну, а сейчас иди. Ни за что не пойду. Что хотите со мной делайте, не пойду. Все равно не пойду. Иисус
Старших не слушаться. Нехорошо. А я думал... Ладно. Уйду. До свидания. Довольно стыдно с вашей стороны. Молчать! А ну, Анька! Я? А кто ж? Он же твой лучший друг. А я тебе гаду подсвечники. Сыпь ему 25. А я тебе гаду, что кусок на прислал. Кинь ему 25 шампалов перед смертью. А 2 часа тому назад для твоих подводчиков. Ну, что толкаете, гад, что толкаете? Молчать! Дай-ка я тебе ухо снегом потру. Жаль, что вот у меня валенок нет. Есть, товарищ командир. Что, валенки? Валенок нет, лошадь готова. Молчать! Я тебя за свой провиант! Не брал я твоего провианту! Отпустил я на все 4 стороны! Молчать! От батьки Левки подарки. Кланяться велел и просил миру до конца жизни. Сукин ты сын! Сукин ты сын! А провиант? В целости и невредимости доставлен на вашу главную квартиру. Где? Где тот мальчишка? Кто его отпустил? Поймать! Резать по кускам и плакать не давать! Застрелить! Мне нужны боевые! Ой, я не перенесу этого случая! Ой, я его не перенесу! Ой, не перенесу! Левчик! Левчик! Ударь меня по морде, Левчик! Дай, 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 дай! У меня же руки-то связаны! Развязать! Дяденька, а какую кнопку надо нажимать, чтобы машина быстро шла? Да вон там, внизу! Ну ты жми же ее сильней, а то опоздаем, ну! Вот ей-богу, ну! Левчик! Ну ладно, ладно, батька. Все равно. Не успокоятся мои раны до тех пор, пока я не одену тую кожаную куртку, и те сапоги хромые со шпорами, что в сарае сидят. Хлопцы! Дерем с комиссара шкуру! Ура! Вот тебе, Юра. Вова ползет. Там справа у ворот. Видите? Вижу. А вон за печкой. Видите? Вижу. Дай-ка еще обойму. Нет больше обоим. А в револьвере еще 2. Это последние 2. Нельзя их выпускать. В плен нас возьмут. Лезь моментально в мою хату. Я тебя соломой закрою. Они же не знают, что ты тут. Не надо, не надо. В плен вас возьмут. Мучить будут. Ну лезь, тебе говорят. Не надо. Если человек не хочет сдаваться в плен, никакая сила его взять не сможет.
хорошее оружие. А ну, спрячь. А всю жизнь запомни, Сашко. Бороться надо до последнего вздоха. Патронов нет, есть клинок. Правую руку отрубят, бери клинок в левую. Левой не станет, зубами грызи врага. Вот так живи на свете. Вот так жить буду. Весь в салон. Почему нельзя?
возьму. Да, когда я вырасту, они больше не будет. Эскадрон, оконем! Вороньи слетали, под ракитою пир пировать. Да и дамаги и немцы считали, нашу землю на час сорвать. Так крепка оказалась земля-то, не пришлось им разграбить ее. Наши соколы и соколята разметали, как дым воронет.